Всем привет, это город ярких впечатлений, и я Ирада. Близится к завершению акция «Приятные подарки на миллион от Сити». Сегодня на фудкорте предпоследняя встреча участников. Как не упустить свой шанс и влиться в число счастливчиков? Подробности прямо сейчас. Народные гуляния дошли и до торгового комплекса «Сити». С песнями, танцами, да блинами гости дорогие масленицу отмечали. Февральские потешки каждую субботу на фудкорте собирают честной народ. Дорогие северодвинцы, добрые молодцы да красные девицы, поздравляем всех с масленицей. Здоровья всем желаем, крепкого-крепкого и любви большой. Скоро ведь весна, пусть и настроение у вас будет отличное. Но провожать зиму из торгового комплекса «Сити» рановато, ведь в этом сезоне миллион подарков еще не разыгран. До конца зимы осталось всего 2 розыгрыша. Добро пожаловать на один из них. Регистрация в акцию началась в 14 часов, за 2 часа до старта. В это время посетители меняют свои чеки от 3000 рублей на «Сити-фишки». И чтобы скоротать время, отправляются за подарками к 23 февраля. С таким лозунгом отдел «Хрустальный каблучок» объявляет акцию. Скидка 20% на новую коллекцию до конца февраля для защитников и их любимых дам. Ну а пока мой защитник находится по ту сторону камеры, выбирать подарочки буду я. Для весенне-осеннего периода лучшая обувь – изящные ботильоны. Они подчеркивают женственность и ваши ножки. В то же время практичный человек выберет обувь без каблука, но про стиль не забудет. Сапожки Тофа, выполненные из натуральной кожи в сочном цвете. В теплом сезоне, пожалуй, такая удобная и стильная пара просто необходима. Обувь по вкусу в «Хрустальном каблучке» найти легко. Здесь широкий ассортимент и демократичные цены. Новая коллекция мужская, женская, обувь для ваших детей. И зимняя коллекция на распродаже до 70%. Приближающимся праздником готов и бриллиант торгового комплекса «Сити» – ювелирный салон «Легран». Один из самых крупных салонов в городе. К слову, занимает лидирующие позиции нехитрым путем. В «Легран» представлены украшения только надежных и проверенных производителей, что гарантирует подлинность и качество изделий. Для вас представлен широкий ассортимент как массового спроса, так и ювелирные изделия, достойные особого внимания. Коллекция «Агат», обрамленный в золото роскошный камень, здесь представлен в самых разнообразных ювелирных вариациях. Вот где таятся целебные свойства и для тела, и для души. Коллекция «Дама Венеция». Эти дизайнерские ювелирные украшения носят уникальный характер. Изделия позволят обладательнице почувствовать себя частью знаменитого венецианского карнавала. Ассортимент в «Легран» постоянно обновляется. Встречайте, новая коллекция прямиком с подиумов. Соколов – известный и всеми полюбившийся бренд. Это еще одна изюминка «Легран». Ювелирные украшения из серебра и золота выполнены с тонким вкусом и исключительным качеством. Но разве не идеальный подарок для любимой? Идеальный. Свое совершенство вы сможете найти и в каталогах «Легран». Ваш заказ будет выполнен. И еще. В «Легран» сейчас скидки до 30%. Все успели к началу розыгрыша? Пора начинать. На кону более 20 подарочных сертификатов в топовые отделы «Сити» и главный приз – 20 тысяч рублей в М-видео. 281. Здравствуйте. Здравствуйте. Любите такие подарки? Неожиданно очень. Номер 416. Выходите к нам. Здравствуйте. Отдел найдете на первом этаже. Приятных вам покупок. 304. Выходите к нам за подарком. Что это будет? Подарок кому-то или для себя любимый? 5000 рублей в ювелирный салон. 384. Неожиданно. Это вам. Не было предела приятному удивлению у всех, кто побывал на призовом пьедестале. В особенности главной победительнице. Вовремя узнала про розыгрыш и своевременно пришла. Я даже говорить, если честно говоря, не могу. Конечно, я этого не ожидала. Ну, конечно, я об этом мечтала, но даже не думала. А данная акция узнала вот буквально на этой неделе. Потому что дело в том, что я телевизора не смотрела очень давно, делала ремонт. Поэтому вот случайно увидела и решила прийти попробовать.
Следующий розыгрыш – финальный. Акция «Приятные подарки» завершится в эту субботу. Не пропустите! Ждем всех на регистрацию в 14 часов на фудкорте. Не забудьте чеки! На этом все. Встречаемся ровно через неделю. Это был город ярких впечатлений. Я и рада. Всем пока!